хочу, чтобы у вас было побольше моментов, которые вы запоминали, вещей, которые у вас друг с другом ассоциировались. Чтобы ваши внуки, дети вспоминали о такой любви, которой никогда нигде не существовало, только у вас. Сегодня это ваш день, посвященный именно вам. Два человека в этот день становятся единым целым. Держитесь друг друга. Прощайте друг друга все. Помогайте друг другу. Будьте счастливы. Дорогие друзья, родственники, также рад вас видеть всех на таком замечательном дне. Мы очень рады, что вы с нами проводите этот день. Нам очень много это значит. Ура! Спасибо большое! Итак, друзья мои, под ваши бурные аплодисменты встречаем самые счастливые люди сегодня и навсегда. Аня и Ариста! Ваши аплодисменты. История их любви. Первый танец жениха и невесты. Сегодня тот самый день, когда они сказали всему миру, что они будут любить друг друга всегда, ценить и нести ответственность уже не только за себя, но и за свою вторую половинку. Наши сердца с мамой, так же, как этот огонь, мы будем всегда рядом с вами. Мы будем поддерживать и помогать вам. И пусть этот огонь никогда не погаснет и будет гореть всегда. Этот первый кусок я бы от всей души хотел бы вручить моей любимой маме, которая всю жизнь меня поддерживала, меня воспитывала, во всем поддерживала. Спасибо, мама. Пусть у вас будет по-настоящему счастливая семья. Та, которую вы в первую очередь видите сами для себя.